Тот факт, что она даже своим родителям не помогает, оправдывает данное утверждение. В народе часто говорят, что любая пара, которая принимает решение создать семью, стоят друг друга. То же самое можно сказать и про этих ребят. Талантливый композитор Игорь Николаев и его, некогда муза, молодая певица Юлия Проскурякова вполне подходят друг другу по своему образу жизни. СМИ не раз писали о подтвержденных фактах измены обоих. И уже на самом деле непонятно, кто кого подогревает на непристойное поведение по отношению друг к другу. Как и любому мужчине, Николаеву важно, чтобы его уважали и вдохновляли на подвиги и, по всей видимости, из-за отсутствия этого ему приходится искать музу на стороне. Но Юлия, очевидно, терпит измены Игоря только лишь ради новых песен. Одним словом, финансового состояния. О том, что она нищая, можно утверждать, основываясь на видео, которое она показала своим подписчикам. Певица сняла каждый уголок своего родительского дома и сообщила о том факте, что ни она, ни ее супруг ни разу ничем не помогали ее родителям. Можно сказать, что родители Юлии живут достаточно скромно, своими силами, и если Проскурякова расстанется со своим мужем, то на первое время ей придется вернуться именно в эту квартирку, чего, по всей видимости, она не хочет. Скорее всего, Николаев не дает Проскуряковой свободных денег на личные нужды. Поэтому ей приходится просто жить вместе с ним в его хоромах. Вероятно, со стороны Игоря, такое жадное поведение — гарантия, что его жена внезапно не подаст на развод.